Так, ну, раз я включил генератор, сейчас можно, наверное, открыть дверь. Раз. Так. Погодь. Что? Что? Окей. Эта дверь закрыта, но... По-моему, с ним что-то не так. Вроде это не задуманная игра. Типа... Он левитирует в... В той позе. Так. Ладно. Так, внизу у нас было только электричество. Значит... Security. Окей, ладно. Так, я сразу все проверю заранее, чтобы тут никого не было. Потому что мне не очень хочется увидеть каких-то пацанов, которые сзади меня обходят. Ну, дверь тут вышибли, да? Тут у нас все еще... Ну, тут все еще закрыто. Окей. Так. А ну да, он же побил очень много аппаратуры. Надеюсь, что сработает. А, ну. I'm sorry, my son. I didn't want to have to do this to you. But you can't leave. Not yet. There is so much yet for you to witness. Will you see it? Can you? Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unbelievers. Чё? Так. Тут... Окей, значит, паранормальные явления тут точно есть. Блин. Или это... Я не знаю. Это, ну, хотя телекинетика это тоже паранормальное явление. Покойся с миром. Он... Так, помните, это было... Только если ваша камера... Окей, хорошо. Покойся с миром. Покойся с миром. Strict who... Вот, я вам скажу. Кстати говоря, this... Блин. Там сзади гучи-гачи, что ли, происходит? Я что-то не понял. Так. В общем, что я хотел сказать. Может быть, вы упустили это, но, типа, вот тут написано The Strict, та-та-та-та-та. Там, как бы сказать,
Хоть и разобрать сложно, но на стене написано синтаксис предложения, показывает то, что это что-то библейское, связанное с религией. Ну, типа, это очевидно, что связано с религией, но то, что тут... ну, короче, ладно, я не знаю, зачем это сказал, но, блин. Бенни здесь... Чего? Бенни здесь follow Тадис. Здесь Бенни следует за Тадис. Окей. Он не убивал своих врагов. Почему? Так. Где нас там? Так, вот заметки. Камера отца Мартина. Священник, отец Мартин притащил меня сюда показать кое-что. Думает, я стану свидетелем той ерунды, которая мне впаривает. Все здесь пошло не так из-за доктора Верникева, только он умер лет 10 назад. Покойся с миром, гласит кровавая надпись на стене. Я что, не видел, типа, видео, где спецназ разрывает невидимую силу или что? Мне после такого стало не очень по себе. Так, давайте... Я уже хотел сказать, давайте не будем открывать рандомные двери, потому что тут, судя по всему, психованные на каждом углу. Поэтому будем открывать их. Будем их открывать только если это надо. Типа другого варианта нет. Так, ну что, у него нет одного глаза. Ему очень, не очень хорошо, а тут у нас кишочки. Кишочки, да. Ну. Ладно. Вот этот парень, я вот сейчас в камере увидел, похож на того чувака, который... А да, они оба похожи как раз на чувака, который... Которого, знаете, сейчас слюна течет, он такой, типа... Вот так. Ладно, я представлю, что этого не слышал, на самом деле. Я просто мимо прохожу. Так, мне бы батарейку найти. Какую-нибудь... Так, ну... Вы, кстати, этот парень выглядит еще более-менее, типа, прилично. По сравнению с другими, типа... У него нет никаких видимых проблем с физиологией. Но, очевидно, у него проблемы с психологией. Пугать-то, ёб твою мать. No more space alone. Leave me alone. They're in my blood if they want.
Опа. Окей. Тут я могу свалить. Хорошо. Это я запомню. Братан. Что, что ты сказал? Окей. Блядский, да сука, вы задолбали уже. То, сука, выпрыгиваете, то... то руками стекло ломаете. Ёб твою мать. Ты труп ебёшь, братан. Ладно. Он меня кричал, но... Окей. Батарейка. Я теперь даже не представляю, где я, потому что тут даже ориентиров особо нет, кроме того, что это сектор Б, ну, блок Б. Опять гучи-гачи, кого-то жопу рвут. Так. Ага, мы теперь на этой стороне. Это мне не очень помогает. Окей. Ладно. Там же были парни, которые меня, типа, говорят, хотели убить. Че, я иду в ту сторону? По-моему, не очень мудрое решение. Окей, я понял. Он уже пошел за мной. По правому следу. Бог всегда дает путь. Ищи, иди по крови. Преследуй кровь. Смертельный поезд. Чертов поезд. Я не знаю, что он говорит. Но, очевидно, раз кровь, то мне туда, я так полагаю. А ну вот. А во. Вниз по стоку. А, down the drain, он говорит. Нет пути. Down the drain, down the drain. Вниз по стоку, вниз по стоку, вниз по стоку. Окей. Ладно. О, документ. Ты не возражаешь, я тут почитаю в углу. Ладно. Посмотришь за дверью.